Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская выиграла спринтерскую гонку на 7,5 километров на азиатских играх в японском Саппоро. Бронзовой награды в этом же испытании удостоилась другая наша соотечественница Алина Райкова. Она уступила победительнице чуть более 50 секунд. В мужском спринте два первых места заняли казахстанцы. Ян Савицкий завоевал золотую награду. Василий Подкорытов стал серебряным призером. Среди лыжников вновь порадовала Елена Коломина. В индивидуальной гонке классическим стилем на 5 километров она выиграла серебро. Таким образом, в копилке сборной нашей страны 12 наград, 3 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых.